Всем привет! Сегодня готовлю домашние консервы из скумбрии. Идеальное сочетание приправ, соли и сахара превратит эту рыбу в нежнейшее сочное лакомство, которое просто тает во рту. Думаете, такие консервы приготовить дома сложно? А вот и нет! Если не верите, останьтесь со мной буквально на 5 минут, и вы убедитесь в обратном. Сначала займусь рыбой. Отрезаю все ненужные плавники, голову, разрезаю брюшко и достану оттуда внутренности. Кожу с рыбы снимать не надо. Для рецепта мне понадобится 1 кг скумбрии. У меня крупная рыба, поэтому я купила 2 штуки. Но если рыба будет мельче, то выйдет примерно штучки 3. Отрезаю хвост. Теперь рыбу надо вымыть и снаружи, и внутри. Снимаю вот эту черную пленку, она не нужна, потому что она горчит и может испортить весь рецепт. Когда рыба вся чистая и вымытая, ее сушить не надо. Ни салфетками, ни полотенцем, ничем. Просто нарезаю на порционные кусочки, размер любой, какой вам нравится, меньше, больше, выбирайте сами. И складываю рыбу в кастрюлю. Когда рыба разделана, занимаюсь маринадом. Прямо в кастрюлю высыпаю 1/2 столовой ложки соли, 2 чайные ложки сахара, добавлю немного приправ. К рыбе очень хорошо подходит кориандр, так на глазок, щепотка, черный перец горошком и лавровый лист. Дальше готовлю заливку. Примерно 350 грамм воды и 150 грамм растительного масла смешиваю и заливаю все это в кастрюлю. А теперь отправляю рыбу на газовую плиту. Когда она закипела, снимаю пену и оставляю ее так вариться на среднем огне 15 минут. Пока рыба варится, займусь крышкой. Вот это отверстие, которое в крышке, обязательно надо чем-то залепить. Я залеплю хлебным мякишем, потому что рыба должна тушиться, и все эти пары должны оставаться в кастрюле. Через 15 минут убавляю газ до минимума и накрываю крышкой, и все, я свободна. 1,5 часа вообще не подхожу к плите, занимаюсь своими делами. А вот через 1,5 часа выключаю газ и оставляю в таком виде рыбу остывать до конца, пока она не остынет совсем. Когда рыба остыла, можно ее попробовать. Она получается очень вкусная, сочная, нежная, но просто тает во рту на самом деле. Попробуйте приготовить, не пожалеете, вам очень понравится, я вам обещаю. Лично мы в восторге от этого рецепта. Ну а чтобы рыба сохранилась подольше, конечно же, такое количество сразу съесть невозможно. Я ее разложу по 1/2-литровым банкам. Ну вот и рыба в банках. Я их закрываю и отправляю на хранение в холодильник. И в любой момент можно открыть баночку и насладиться вкуснейшей домашней рыбной консервой. Кстати, по такому рецепту можно приготовить свежемороженую селедку. Получится не менее вкусно, чем со скумбрией. Это все, что я хотела вам сегодня показать и рассказать. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Почаще заходите в гости, я всегда всем очень рада. Желаю всем приятного аппетита. С вами была Виктория. До скорых встреч!